Всем привет, дорогие друзья, на связи Влад Швец, и в этом видео я расскажу и покажу вам основные преимущества компании Advan Travel. А в конце видео вы узнаете, почему партнеры компании отдыхают в пятизвездочных отелях по существенно низким ценам. Одно из основных преимуществ компании является поиск туров на одном сайте. Теперь вам не нужно сравнивать цены на туристические услуги, перебирая десятки сайтов в интернете. Теперь вам достаточно зайти на сайт Advan Club, и вы найдете все предложения, которые есть на рынке. Всего за пару минут. Следующее преимущество компании – это возможность приобретения пакетных туров, не выходя из дому. Теперь вы можете всего в пару кликов приобрести пакетный тур в любую страну мира по самой выгодной цене, которая есть на рынке. Покупать туристические услуги с Advan Travel дешевле до 50%. У вас есть возможность приобретать путешествия без переплат благодаря туристическому поисковику Advan Club. Система автоматически списывает с баланса деньги, когда вы оплачиваете тур, а затем обратно возвращает ту же сумму. Более подробно вы можете узнать у того человека, который дал вам это видео, либо у меня в контактах под этим видео. Следующее преимущество компании – это когда компания дает возможность построить нам туристический бизнес в интернете. С помощью партнерской программы, которая содержит в себе классический и бинарный маркетинг, а также форсированный бинар – это получение пассивного дохода от всего оборота вашей команды. Вы можете построить стабильный пассивный доход в интернете. Вам достаточно просто рекомендовать эту компанию своим друзьям, знакомым, кто часто путешествует. Таким образом, они сэкономят свои деньги и скажут вам огромное спасибо за такую возможность. Сегодня мы работаем в таких странах, как Россия, Белоруссия, Украина, Казахстан, и скоро открываются страны еврозоны. Итак, друзья, я сейчас покажу вам, в чем же делают очень часто ошибку. Я сам несколько раз неправильно делал, и получалось так, что люди не понимали, где же берется скидка в компании Advan Travel и вообще есть ли она здесь. Значит, неправильно сравнивать вот эту цену, которая есть в Advan, 1729, с JoinUp, допустим, вот этим туроператором. Потому что вот это отображение цены, это по сути отображение JoinUp напрямую, просто на этом сайте. Для того, чтобы получить скидку, во-первых, не имеет значения, какой у вас пакет. Тут есть абонементская плата на сайте. Значит, чтобы получить скидку, вам нужно приобрести пакет либо на $50, либо на 200, либо на 600. Скидка, в принципе, не зависит от того, на каком пакете вы находитесь. Вы заходите, вот выбрали, допустим, Испания, Коста Браво. Нажимаете кнопку «Оформить тур». Здесь вы видите конкретная информация уже по вылету, какого числа и все такое. Так, здесь вы видите цену 46 170. Ни в коем случае не вздумайте вот эту цену 1729 проверить курсом Приватбанка, потому что часто делают внутренний курс туроператора. Естественно, он будет немножко выше, потому что туроператоры себя страхуют, и цена будет немножко выше, потому что если мы возьмем 1729 и вставим курс Приватбанка вот здесь, то у нас получится 45 тысяч. Человек подумает, тут 45. Я турагенту отнесу 1729. Он мне посчитает, ну как человек думает, посчитает по Приватбанку. И я, получается, ему должен отнести 45 тысяч. И получается, куплю тур дешевле. А на самом деле турагент посчитает по такой же цене, потому что он будет брать сейчас, вот, он будет брать у туроператора того же, вот, JoinUp. У него один курс. В общем, турагент ему скажет, давайте 46, 170, вот. И человек получит без скидки себе тур. Но если покупает через Advant, вот смотрите, я сейчас заказываю тур, да, и у меня со счета, давайте уберем резервную сумму, это не обязательно абсолютно. Вот. У меня с баланса спишется 138 внутренних единиц, это долларов. Ну так они... аббревиатура такая, $138. То есть я заплачу 46 тысяч гривен. Давайте мы посчитаем. Тур у нас стоит 46 тысяч, да?
Минус 3693. Минус, давайте я сразу вот так сделаю. Ладно. 3693. Что я сейчас делаю? Я отнимаю вот эту сумму, которая у меня на балансе, потому что у меня спишется еще из баланса. Получается 42 477. Ну тут копейки мы не считали. Ну вы скажете, так это спишется также ваши деньги, потому что вы же вложили в компанию, правильно, свои же деньги. Ну да, получается, да, вы, получается, из тех 600 долларов, которые у меня на балансе, спишется вот это 3600, 3700 получается. Но по истечении 10 дней после завершения тура вам в кабинет опять возвращаются эти 138 долларов. То есть они как бы прошли в туре, и потом назад компания вернула их. Поняли? То есть получается, что 3000 этих гривен опять возвращают на счет. И в следующий раз, когда я заказываю тур, у меня опять списывается там 138 или больше. Скидка вот эта, 3000 гривен. Они списываются и потом через 10 дней опять возвращаются. В зависимости от того, на сколько тур. Ну, обычно 10 дней, да? Через, да, 10 дней. Опять возвращается эта сумма. И получается, вы постоянно экономите деньги. Многие думают, что вот спишется там раз 138 долларов, второй раз это 138 плюс 138 получится 138 плюс 138 276, ага, то есть это я, получается, еще два раза могу слетать, и все, у меня на балансе закончатся деньги. Нет, вот эти 600 долларов, которые есть, вы можете ездить сколько захотите, 15 лет, вот у нас кабинет на 15 лет, и 15 лет вы отдыхаете. Эти деньги постоянно возвращаются, и на счету у вас останется те же 600 долларов. Вот и все. Пока не закончится абонемент. И тут нет смысла сравнивать каждый отель с туроператором. Я думаю, вы поняли. Если вы не поняли, пересмотрите еще раз. Либо можете связаться со мной, и мы с вами обговорим эти моменты. Я расскажу более подробно. Вот. Многие спрашивают, что такое резервная сумма. Резервная сумма — это когда, допустим, вы пока заполняли вот эту всю информацию, курс немножко подрос. И вы только нажали кнопку «Оформить», оплатили, а у вас уже там на балансе должно быть не 42 476, а 42 477. Если нет резервной суммы, которую банк замораживает, то у вас вернется эта транзакция, в общем, деньги вернутся. А если будет там хотя бы 100 гривен, то спишется эта гривна, а остальные вернутся на счет. Вот для этого нужна резервная сумма. Еще немножко информации по пакетам, у кого 50, 200 и 600 долларов. Разницы абсолютно нету никакой по скидкам. То есть, что там скидка, что там, одинаковый процент. Деньги всем возвращаются, то есть и на 50 долларах, и на 200, ну на 600 понятно. Единственное, что на 600 долларах, это пакет, уже такой бизнес-пакет, да, и здесь кто заходит на 600, те получают еще пассивный доход, то есть процент с оборота. Также вы получаете, если партнер едет отдыхать ваш, вы получаете от его путешествия еще процент, 4% кажется. Вот. Поэтому, друзья, подумайте над этим предложением, это очень выгодное предложение на сегодняшний день, построить вот такой хороший туристический бизнес, в интернете стабильно получать доход. Деньги выводятся на карту Advocash, либо ePayments. Также можно вывести деньги через ключ, активацию. Ну, более подробно уже потом вы можете обратиться к человеку, который дал вам это видео, либо ко мне по ссылке в описании. Вот. Всем желаю успехов, до новых встреч, с вами был Влад Швец, всем пока-пока.